Ну вот, всем привет, это снова Игорь и менеджер Олечка. Сегодня покажет что-то новенькое. Это маршрутка Ford Transit Passenger, микроавтобус, выпускаемый Ford Motor Company. То есть постепенно желтые маршрутки, ну, предыдущее поколение, газельки 322-132 выводят из эксплуатации. И сейчас мы, в общем, каждый день видим вот такие на дорогах, передвигаемся, ездим, собственно, вот на таких моделях. Я сам каждый день на работу езжу как раз на таких моделях. Мне, конечно, больше ретро модели нравятся, газельки наши, но вот Ford, вот есть, кстати, Ford 2, есть два вида таких маршруток. GTA 4, две модели от Ford и от Mercedes-Benz, а там модель называется от Mercedes-Benz Sprinter Passenger тоже. Вот они, ну они просто очень похожи, кроме, конечно же, логотипа. Логотип Ford, а на Mercedes-Benz, соответственно, Mercedes-Benz, а так похожи они очень даже. Ну, собственно, присаживаемся за руль, все расскажем, покажем. Менеджер Ольга сейчас все вам покажет, расскажет. Вот, собственно, есть вид из кабины. Все как положено. И вид из этого. Вот. Офигенно, да, все. Меня обстреливают, мы поперли. Это вид из, из багажника, или как он называется. Вот смотрите, я вам покажу еще прикол сейчас такой. Вот, видите, когда заглушку делал. А, да, сразу. Сейчас я присяду вот сюда, вот еще. Меня тут обстреливают там. На место пассажиров. Давно я просто не. Вот. Офигенно, да? Вообще. Как же мне нравится все в GTA 4. Так. А теперь мы присядем, собственно, на место. Вот прикол. Видите, включается фонарик, когда заводится на ключ зажигания Ольга. Вот. И можно посигналить. Гудок стандартный в маршрутке. Так. Ну вот еще. Все, тронулись с места. Можно ездить и подбирать пассажиров. GTA 4, вон народ. В принципе, я все вроде показал. А, нет, я хотел все посмотреть. Как будет так вот не закрывать, вот видите, транзит написано. Можно не закрывать двери. Я хотел еще посмотреть кое-что. Вот так вот. А, нет, я хотел еще руль покрутить. Да, эти самые сиденья вот здесь. Где ваше любимое место? У меня вот здесь вот. Я назад не иду, а сразу сюда. Совершенно ли там выскочить легче? И еще открываешь. Потому что у них не все окна открываются, к сожалению, в этих моделей. Душно очень. Хоть и хорошие модели, но не все открывают. А где, кстати, люк? Опа, я нашел недостаток. На, посмотрите Mercedes-Benz потом. Следующую модель смотрим Mercedes-Benz. Там люк должен быть вот здесь, по идее. Так. У них не все окна открываются, душновато. Так, а теперь. Стоп, не закрывай. Вот так, да. Молодец, Олечка. А теперь что я хотел еще посмотреть? А, да, руль крутится хоть. Нет, руль не крутится, не так крутится у некоторых моделей. Она просто крутит. Или это я спутал с BMG Drive, я не помню. Там все крутится. Или Spin Tires. А нет, Spin Tires вообще нету, за рулем пока еще не придумали. Вот. Значит, BMG Drive спутал, там крутится. Ну вот я сейчас еще раз заведу. Вот, смотрите, прикол. Видите, включаются фары. О, это не фары называются, поворотники. Ну, офигенская модель такая, мне понравилась. Потому что я сам ежедневно передвигаюсь на данном виде транспорта. Ежедневно. На работу езжу. Ну, собственно, и все. Еще можно рассмотреть Mercedes-Benz. Надеюсь, там люк сделали. Точно надо посмотреть. Так, где народ у нас весь?
Вот, садись. Он меня украдет ее, наверное. Но я тогда на место пассажира. Они обычно крадут мобили сразу. Сейчас. Ух ты, джентльмен. Такого не грех повозить. Садись. И сажайтесь. Куда вас отвезти, сэр? Блин, обстрел. Где-то выламывать. Стекло. А тут что-то не выламывается. А смотрите, стекло не выламывается. Она пытается. Это плохо. Неужели такие крепкие стекла? Видите, она локтем бьет. На толку. Стекло не выламывается. Надо Mercedes-Benz, в общем, скачать, потестить. Тут много минусов у модели. Есть и плюсы. Ну, блин, минусы тоже есть. Ладно тогда. Все, спасибо, Олечка, за представление. Ой, прячемся. Народ приехал. Оля, спасибо за модель. Нам пора. До свидания.